Нет дорог, линий электропередачи и транспортного сообщения. В Атыра уже 10 лет жители садоводческих товариществ пытаются привлечь внимание к своим проблемам. О них не раз рассказывали наши корреспонденты. Стало известно, что жилые массивы все-таки решили внести в генплан и придать им статус населенных пунктов. Что после этого изменится, расскажет Райхан Ташбаева. Привозная вода и самодельные линии электропередачи, дачные участки мелиораторы появились больше 10 лет назад. Многие жильцы, продав городские квартиры, обосновались здесь, подняли хозяйство и вырастили детей. Но условий, говорят, как не было, так и нет. До дороги почти 800 метров, а после дождя здесь непроходимое болото. Скорая приехать не может, откачать септики тоже проблема. Даже дом построить не могу на своем участке. Стройматериалы не на чем привезти. Машины здесь просто тонут в грязи. Немало хлопот и от слабого напряжения в электросети. Впрочем, проблема актуальна для многих подобных жилых массивов. Решают ее местные власти поэтапно. В прошлом году обновили 50 трансформаторов. В этом закупили еще 40. Мы проводим анализ по поступившим к нам заявлениям. Сейчас выявлено еще 30 адресов, требующих замены трансформатора. Строительно-монтажные работы на местах будут начаты в ближайшее время. В пригороде Атырау 45 садоводческих объединений. В генплан областного центра они не вошли, поэтому средств на строительство инфраструктуры в бюджете не предусмотрели. Однако в главный документ города внесли правки. Изменили нынешний статус на населенный пункт. Теперь уже бывшие дачные участки, говорят чиновники, ждут разительные перемены. 33 дачных массива мы прикрепили к 7 территориальным участкам. Рыбник, Химик и другие объединения будут иметь одно общее название. Какое, пока не решили. По заявке отдела ЖКХ уже выделено 50 миллионов тенге на строительство дорог и другой необходимой инфраструктуры. Еще 195 миллионов тенге на эти цели до конца текущего года будет выделено из областного бюджета. В ближайшее время местные власти обещают решить проблемы и оставшихся 12 садоводческих объединений. Райхан Ташбаева, Рустамбек Кенже, Темирлан Султангазиев, Атырау, Хабар 24.